Добрый день. Сегодня хочу вам презентовать работу технологического пакета для смазочных материалов компании Polytron. Это новый продукт в Украине. Он еще ни разу не был представлен. Имеет фантастически уникальные свойства. Для того, чтобы рассказать об этом, я хочу просто показать этот эксперимент на тестовой машинке. И пусть зритель делает выводы сам. Для теста мы возьмем известное хорошее масло синтетика. Мы добавим в ванночку для опытов. Нальем это масло. Будет вращаться вот этот ролик. Он смазан маслом. И к нему будет прижиматься через систему грузиков, сейчас увидите, вот этот ролик. Они будут друг от друга тереться. Мы будем увеличивать нагрузку до тех пор, пока пара трения не заклинит. То есть трение настолько будет сильным, что остановится двигатель. Я включаю эту машинку, будет сейчас прекрасно видно. Хочу обратить внимание, что ток, потребляемый этим двигателем, регистрируется на этом индикаторе, простейшем индикаторе. И начинаем добавлять нагрузочку через вот это плечо. Добавляем длины прямые. Вот один блин, второй блин. Вес каждого блина в районе килограмма. Слышим писк, то есть пошло трение. Четыре грузика. На пяти грузиках остановилась эта пара. Я выключаю для, так сказать, для большей правды. Еще раз запускаем этот двигатель. Ну, попробуем еще добавить все. То есть максимум 6 грузиков выдерживает трущаяся пара смазываемым синтетическим маслом 5W40. Я освобождаю эти грузики. Что мы получили? Вот только что износ материала. То есть вот это вот пятно контакта, синтетическое масло при 6 грузиках. Я ставлю на место. Мы помним, на 6 грузиках пара трения заклинила. Беру технологическую присадку Polytron и добавляю ее, ну, примерно 10% от масла, которое здесь есть. И включаю снова двигатель. Будем наблюдать о полученные результаты. Начинаем грузить пару трения. Первый грузик, второй грузик, третий грузик, четвертый грузик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Трение слышно сейчас немножко есть по звуку, но пара вращается, то есть клина нету. Это результат работы технологического пакета Polytron, который усиливает смазывающее качество масла в данной паре. Ну, для пущей правды, если пересчитать ту нагрузку, которую сейчас испытывает в этой точке вот эта пара трения, то она примерно в 70-90 раз больше, чем испытывают вкладыши дизельного двигателя при работе. То есть это мы создали очень-очень экстремальные условия. И смотрим на пятно контакта. Пятно контакта не увеличилось, а сама поверхность стала глянцевой. То есть произошло полирование
Теперь я хочу немножко расширить, так сказать, показать еще кое-какие свойства этого материала, вернее, этого препарата. Я беру тот же самый ролик, проворачиваю и ставлю сейчас в эту же пару. Уже, так сказать, обработанную полиэтроном с маслом. Грузим первый грузик. Второй, третий, 14-й, 15-й, 16-й грузик. Клина нету, слышно даже по звуку, нету вот этого характерного писка, трения и, значит, износа материала, скажем, вот так вот. Я сейчас специально остановлю, чтобы увидеть пятно контакта, что произошло. Вот такой результат мы получаем. Спичечная головка, то есть пятно контакта, трение совершенно по-другому, процесс трения происходит. Я хочу продолжить эксперимент и показать еще кое-какие способности в экстремальных условиях технологического пакета Polytron в масле. Я добавляю в ванночку немножко воды. Я думаю, любому специалисту понятно, что происходит, если попадает в масло вода, и эта смесь попадает в пару трения. Вот уже пошло. Кипит вода. Я думаю, понятно. Масло нагрелось. Видно по шкале. Сила тока не увеличивается, значит, трение не увеличивается. То есть пара работает прекрасно. Вот я снял после работы с водой смеси. Видно, она практически не увеличилась. И поверхность пятна, она полированная. А теперь я беру обыкновенную пыль, дорожную пыль, та, которая попадает в воздушный фильтр, там, если открыты какие-то картерные каналы, могут попасть в масло двигателя. Что будет происходить? То есть какая-то еще влага остаточная в этой пыли. Песок добавлен. Пара трения не останавливается. То есть все работает. Смазка работает. Polytron обеспечивает такие качества. Я хочу сейчас обратить внимание, что мы сейчас... Вот эта пена, это вроде как она уже смесь какая-то непонятная получилась. Но металл трущихся поверхностей обработан технологическим пакетом Polytron, он обладает какими-то своими удивительными качествами, и он позволяет продолжать двигаться вот этой обойме, ролику большому, под нагрузкой вот этого ролика, который прижимает сверху. Слышно по работе, я надеюсь, по шуму, что трение здесь стабильно, не возникает какого-то писка. То есть нет усиления процесса изнашивания этой трущейся пары. Вот пятно контакта. Трение происходило, вот его видно, на сухую уже, с песком, видно вот абразив. Вот это пятно контакта. Это в результате того, что вот эта поверхность ролика и вот этого ролика обработана Polytron. И этот Polytron снижает значительно трение на 95%. И износ металла, естественно, значительно меньше. Жизнь любого механизма, в котором используется технологический пакет Polytron, увеличивается в 4, как минимум, раза.